На сцене актового зала школы номер 4 особенные гости. Эти собаки еще совсем юные и недавно начали свою службу в кинологическом центре Федеральной таможенной службы, расположенной в нашем округе. Вместе со своими хозяевами они работают на границе, проверяют багаж в аэропортах, могут обнаружить взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы и даже янтарь. И, конечно, с легкостью находят наркотики. Кинолог считывает ее поведение, он знает свою собаку. Собака, вот видите, не отходит от точки запаха, где находится вещество. Эта встреча с учениками 4-х и 5-х классов прошла в рамках месяца мероприятий антинаркотической направленности. О вреде запрещенных веществ рассказывают в школах и колледжах, беседы проводят различные специалисты. В течение месяца по всему Подмосковью проводятся такие мероприятия, посвященные жизнь без наркотиков, без вредных привычек и за здоровый образ жизни. Кинологическая таможенная служба продемонстрировала для ребят свои показательные выступления с питомцами. Это действующие собаки и сотрудники, которые работают на таможнях нашей России. Поговорили со школьниками и о вреде курения. О том, что происходит в организме курильщика, ребятам рассказал мультфильм, созданный общественной организацией «Общее дело». Дети усвоили урок и остались под большим впечатлением от мероприятия. Нельзя принимать наркотики, нельзя вообще даже к ним прикасаться, потому что от них можно умереть. Нельзя курить, надо поддерживать здоровый образ жизни. Собаки – это хорошие друзья, и они могут всегда помочь. Они нас могут спасти от пожара, от преступников, а также от наркотиков. В завершении встречи гости вручили каждому ребенку светоотражающие браслеты за здоровый образ жизни. Примерив полезные подарки, ребята также смогли поближе познакомиться со служебными собаками и задать интересующие вопросы кинологам. Наталья Медведева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».